Всем привет, прекрасного настроения, с вами Рейнор. И это очередная серия летсплея по игре Xenomaster. Сейчас я попытаюсь все-таки разорить гнездо, которое, я так полагаю, находится очень-очень близко к моей пещере. Так, и... Нет, сначала хотелось бы, конечно... Так, думаю. Так, алюминия немножко есть. И прежде чем это делать, я сначала действительно подсоберу немножко еще кремния или силикона. Так, а для чего? Для того, чтобы потом... А для того это я делаю, чтобы сейчас собрать себе запасную лечилку, капсулу для лечения. И вот с этой капсулой для лечения я же действительно смогу спокойненько, хотя бы не спокойненько, хотя бы если вдруг что-то будет не так, просто вылечиться. Лучше сделать даже на одной сразу две. Тем временем просто какие-то гнезда одно за одним разговаривали. Не бы его нужность, не бы его железную шкуру. Так, ну что ж. Ну, прислышим на хорошее. А, где связь? Так. Это здесь, что это? Это вот. Вот это дела, ребята. Вы поняли, да? Теперь это не маленькая гнездочка, которая там была 4 на 4. И ну, вот там на самом деле не гнезда. И огромное количество там гнезд разворотил. А может быть всего лишь одно гнездочко какое-то. Чуть-чуть. Подковырнул. То есть теперь гнезда огромные. Я вот теперь думаю, что теперь где делать с этим всем. Ну, как минимум, мы сейчас увидели, как выглядит гнездо. Да. Однако. Гнездо теперь выглядит как реально огромное гнездо. По-другому не скажешь. Жалко, что это быстро. Это быстро. Никаких положительных плюсов не вижу, не получаю. Да, и кстати говоря, походу я, получается, туда ошибся. Монстры у нас двигались не отсюда, а просто сюда это был какой-то забредший один из таких монстриков. Монстры оттуда все, конечно. То есть вот оно гнездо, все целиком полностью, вот это вот гнездо. Вот оно. И гранит. Очень неудобно, что нельзя, кстати, переключиться сразу легко и просто, но нужно тебе инструмент подкинуть. Может быть и можно как-то, но нет такого, как на экране там лежал. Вот что ж.
То есть можно. А можно вот так сделать? Да? Можно же. Да. Ты просто заделываешь, если ты так можешь. А как тут еще один интересный способ? Ты просто вот так. Вот так. Залетную дырку. И все. Да? И все. Все просто. Просто залепил дырку. И теперь пещера для нас получается более-менее свободная. До тех пор, пока мы идем в следующее место. То, что здесь располагать стали. Ну, очень хорошо. Все прекрасно. Все лучше, чем могло бы гораздо. Так, и чтобы не теряться, наверное, в таких огромных пространствах, мне придется сделать. Кстати говоря, можно делать и на ходу. А на ходу делать такие вещи, как лампочки. Можно делать. Так, какого цвета лампочки мы будем использовать? Зеленый это как я сам. Да, ну желтые. Желтые в данном случае оптимальные. Это будут те штуки, которые будем использовать как маньяки. Вот, мы сейчас. На карте я должна появиться желтая точка. Да. Эта желтая точка показывает, куда нам нужно двигаться. Если вдруг что. Так, да, так, а ты откуда взялся, красивый? То есть где-то есть еще одно место. Видимо, где-то есть еще одно место. Вот в такой стороне. Есть еще одно гнездо, что означает, что пока мне все-таки вглубь пещеры путь заказан. Да, мне стало немножко попроще здесь. В начале пещеры, но вглубь пещеры путь не показан. Это не очень хорошо. Так. Но с другой стороны, у меня сейчас получается здесь так, свободно двигаться. Или там тоже какое-нибудь место будет. У меня нет варианта, кроме как пойти проверить. Надеюсь на то, что все будет пройдет хорошо. Теперь я как минимум знаю, что не бессмысленно искать маленькое гнездышко. Что это будет, если гнездо, то это будет гнездище. Огромное. Да, то есть мой бот сейчас просто напросто копает. Маленькие участки, скажем так, да, откапывает. Не более того. Мы хотели хардкор, но его получили. С другой стороны. Очень хорошо. Хорошее залишне. Вот это хорошее залишне для меня. Это ему очень-очень понадобится. Надеюсь, в этой части. В этой стороне не столько этих чудесных зверушек. Так. Так.
Вот здесь сейчас попытаюсь. Зачистить пещеру, да, часть пещеры. Хотя бы веточку не помешаю. Я там собираю всякие разные вкусницы. Получается, в принципе, вот эта вот стена, которую тут возводили, то все. Потому что там реально защищаться уже будет другой стороны. У нас уж есть. Сколько понимаешь, шахты, такая здесь пещера меняется, да? Очень, честно говоря, большие пещеры, несколько перемешанных кучу материалов, мешает сосредоточиться на каком-то одном объекте. Слишком резкие переходы, ну не знаю. Конечно, обилие всего это, конечно, хорошо. Но такие вот резкие переходы, конечно, мешают. Понятно вообще, что происходит. Как думаете? Как помечать? Да, мечать сосредоточиться и если как не зарегистрирует. Для чего сейчас я беру капаю? Потому что мы сейчас как-то нужно добиться более высокого уровня технологий. Для этого мне как раз нужен медведь, немножечко меди. И в основном все массе нужно собирать. Что без этого дела, мы будем тоже. Мы сделаем нормально. Для того, чтобы строить более новые ядра. Сейчас первый уровень ядра, который нам так сейчас необходим. Мы уже построили еще 10 ядер. Вчера, я думаю, достаточно я уже сделал этого количества. Вот. И пирамиды необходимо еще и... Там силикон, просто он сам по себе необходим. Больше теперь не знаю, что эти звезды будут просто огромные гигантские формы. Ну, жутковато стало, конечно, как-то вообще двигаться, и жить в этом мире стало
более жутко. Мы все равно не сдадимся. Все равно здесь обустроимся, точно обустроимся. Красиво строить. Надеюсь, правда, что разработчики как раз не будут так кардинально менять и варить апдейты, которые создали не столь глобальными кусками, что нам позволит продолжать летсплей, а не начинать все по новой. Хотя, конечно, по новой тоже интересно. Все сначала. С другой стороны, как бы потеря прогресса не переходит. То есть нам приходится сейчас по новой, все собирать, все искать. Я тоже не совсем интересно, да. Кому-то хочется показаться, кому-то наоборот нравится, я не знаю. Достаточно интересно, что как тот же самый Майнкрафт, когда играешь, понимаешь. Даже сначала старый мир удалять там, типа, вышли новые апдейты, типа в старом мире. Короче, там, если что-то перенастраивать, переделывать, это все будет просто жесть какая-то. И этот свой прогресс жалко терять. Потом не только стоит стереть, а то с каким кайфом удовольствием начинаешь в новом мире там делать. Ага, вот здесь вот такая местность, а здесь делают то, здесь сделают это, здесь построю вот так. И, короче, тоже есть своя прелесть в том, чтобы начинать играть в новых играх. Тоже есть в этом своя прелесть. Да, конечно, тебе приходится начальный путь развития здесь проходить. Ну, в конечном счете, тоже все достаточно. И каждый раз все лучше и лучше делается. Каждый раз свои мысли, задумки реализуешь все лучше и лучше. Так вот, в принципе, тоже есть вот это хорошее, что начинает играть на этих играх. Слышно, бывают две кристаллы. Стало, честно говоря, даже как-то слишком много. Или у меня ощущение пустоты. Все. В забагованном мире немножко поиграл, в забагованном сиде. Так что не знаю. Какой? А, красный свечение будет. Вернулся, кстати говоря, вот вернулся, то есть он закончил свою задачу. И, насколько я понимаю, выполнил его этот раз весьма успешно. Какие выводы из работы бота можно сделать? Можно понять, что он отрабатывает свои первые несколько. Все как надо на схему. Но на той высоте, на которой я его закладываю, которую запускаю, в горах, вот практически ничего не находит. С чем это связано, не знаю точно. Могу предполагать. Но с алюминием, скажем так, туго. Может быть, просто генерация мира несколько появилась, не знаю. Что служит тому, что сейчас вот привыкам недостаточное количество. Тут время приходится искать бегать самому. Время алюминий. Шахты пока не берусь здесь указать. Это не успешно. А с вами был Рэндл. Я желаю счастья вашему дому. Пока-пока.